вот эти все организации, которые ее брали под опеку, мы с ними тоже разговаривали. Мы говорим, возьмите, нам надо, чтобы у нас был порядок. А не просто вы вот носите продукты, да, оно потом все там гниет, где носят в день не один борщик. И такой борщик может принести человек 10, потом оно все вот там вот гниет. Просто они пытались, ну понятно, там из-за своих каких-то намерений. Нам надо, чтобы ее были почистили. И мы и их встречали, и в церковь прихожан. Я подходила сама в церковь, с ними разговаривала. Я говорю, пожалуйста, давайте договоримся. Вы хотите ей помочь? Первое, что вы можете ей помочь, это навести у нее в квартире порядок. Я разговаривала, там была одна прихожанка нормальная, она, ну, как бы, сказала, говорит, я постараюсь, говорит, не получается. У нее есть там санузел? У нее нет ни санузла, там полная квартира мусора. Она писает в баночку, потом может выйти полностью обнаженная с этой баночкой своих, и вылить вот сюда на проспект Короленко, на улицу Короленко, вот сюда, по дереву, туда. Она может выйти просто, я звонила в больницу, хотела вызвать скорую, но это ж ненормально, что человек в центре города ходит голый.